Ребята, буквально на днях общался с подписчиком, и мы еще посмеялись, что когда решаешь сократить свой путь, получается все с точностью, да наоборот. Я иду с великом сейчас, и вот видите, высоковольтка, была дорога. Думаю, дай-ка сокращу, проеду под высоковольткой. Там тропинка нормальная была, все здорово. Потихоньку она стала ухудшаться. И в итоге, в финале, превратилась вот в это. Ой. Мне вот идти туда, тащить на себе вот его. Обратно возвращаться уже вон туда не резон, потому что уже нормально я так иду. И, в общем, сократил, называется, дорогу. Думаю, дай-ка тут проеду. Там вот дальше асфальт должен быть. До него докачу велик. И нормально. Тем более, видите, судя по всему, была вырубка. И там так все ровненько, хорошо было. Вообще. Вот я и пошел. А в итоге... Сейчас, видите, все в воде здесь. В этом вот мелком каком-то мелколесье. Тащу все на себе. Короче, хотел как лучше, ребят. А получилось вот, вот так. Поэтому, если у вас есть свой путь, маршрут, не меняйте его. Идите как шли, и все будет нормально. А я сейчас его на плечи. И сначала он меня вез, а теперь я его понесу на себе. Потому что, вот видите, тут вода, а я еще в берцах иду. Короче, самое интересное еще впереди будет, я чувствую.